Всем привет! Я буквально где-то с час назад залил свою клавиатуру, вот, по крайней мере, вот эту часть, хорошенечко залил бич-пакетом за 10 рублей. Да, клавиатуру за 9 тысяч рублей я залил бич-паком за 10. Итак, хочу теперь поделиться своим опытом, что делать, если вы попали в такую же ситуацию. Так, ребят, если вы залили клавиатуру, тут же отключайте кабель питания. Тут же, молниеносно. Почему? Потому как если вода сольется и попадет на микросхему, конец клавиатуре. Клавиатура ваша кончится. Это очень важно. Итак, что мы делаем? Снимаем заднюю крышку. Все, вы увидите сзади вот такую вот картину. Самое опасное во всей этой ситуации — это вот эти вот две микросхемы. Вот, если на них польется вода и все будет под напряжением, до свидания, вашей клавиатуре конец. Дело в том, что все эти свечи, они неразборные. То есть для того, чтобы их разобрать, вот светодиоды, вот сами контакты кнопки. Так что просто так разобрать не получится, и сами по себе свечи не разбираются в том числе. Поэтому единственный способ добраться вовнутрь – это нажать на кнопку. Когда ты нажимаешь на кнопку, получается небольшой доступ ко внутреннему пространству. Именно так клавиатуру сушить мы и будем. Что мы делаем? Смотри. Мы берем книгу и прикладываем корешком ко всем абсолютно кнопкам, которые были залиты и не залиты в том числе. Видишь, они продавливаются. Тем самым давая доступ ко внутреннему пространству и как раз влажности. Если у вас нет тоненькой книги, найдите линейку. Но у линейки есть один единственный минус. Если будете сушить горячим воздухом, будет горячо. Вот, тоже. Вот они все нажимаются. Если у вас не, если у вас есть дом, например, фанерка, с фанеркой мне больше всего понравилось. Все, вот так вот нажимаем. И, собственно, вот таким образом продавливаем. Что мы делаем для того, чтобы высушить это все? Вы берете фен. Сразу говорю, то, что я сейчас объясняю, нужно провернуть в ближайшие полчаса. Потом начнется беспонтовая коррозия, либо вообще все зальет к чертям собачьим. Смотри, берешь фен, нажимаешь вот так вот фанеркой на кнопочки. И постоянно вот таким образом нажимая, вот, ты вот таким вот образом сушишь. Вот, рукой ты постоянно нажимаешь на кнопки. И вот таким вот макаром постоянно вот так вот, слева направо, справа налево, слева направо, справа налево. То есть рукой одной, еще раз говорю, дергаешь кнопки, и справа налево, справа налево, справа налево, справа налево. Почему? Потому как, когда ты дергаешь деревяшкой, вот, кнопка сама по себе ходит, и она трется контакты о контакты. И если где-то между контактами остается влага, то есть он, получается, продвигается вперед, и в этот момент ты задуваешь воздухом, а потом назад ты задуваешь воздухом, контакты внутри тоже нагреваются, поверхность нагревается полностью, и за счет этого испарение происходит быстрее и интенсивнее, и по другому поводу даешь доступ, короче, это важно. Вот, и так ты проходишь все контакты, то есть там сначала один блок контактов, второй блок контактов, третий, четвертый, третий, второй, первый, нулевой, первый, второй и так далее. И это нужно делать минимум минут 15, чтобы ты понимал. Перегреть микросхему у тебя практически не получится. Почему? Потому что она находится с обратной стороны, а теплоотвод просто кромешный, колоссальный. То есть вот эта вот вся металлическая плита, она отводит тепло охренительно. При этом у тебя еще снизу продувка. То есть это безопасно. Ну, типа, есть опасность, что что-то пойдет не так. Но, камон, ты либо у тебя клавиатура умрет окончательно, либо у тебя есть возможность ее хоть как-то реанимировать. Еще раз. Ты нажимаешь на кнопки вот таким макаром постоянно. То есть, вот постоянно работаешь с пульсом и вот так вот греешь. Все. После того, как это ты поделал, это минут 15, сделай перерыв. Она немножечко остынет, и еще 5 минут спокойненько прогреваешь это все, продуваешь, после чего обратно собираешь. Все, клавиатура будет работать. После чего ты ее подключишь и услышишь, что клавиатура работает.
Данный способ работает абсолютно для всех клавиатур, имеющих механические свечи. Все, огромное спасибо. Если для тебя это было полезным, ставь лайк, подписывайся на канал, там же оставляй свои комментарии. Если хочешь помочь мне, все ссылки в описании. Помогай любым удобным для тебя способом. Все, спасибо, пока-пока.